Как одна ссора изменила мою жизнь за последние 2 недели? Я не поверю, что в наше время есть человек, на которого не сделали колдовство. И я не исключение. В последнее время у меня ничего не получалось, все шло на провал. И я решил пройти профилактику, позвать знающего брата, который умеет лечить от колдовства и читать Коран. Я записался на индивидуальный сеанс, он ко мне пришел домой, начал читать Коран, и я в определенные места начал зевать. То есть он мне сказал, меня сглазили. И прежде чем уйти, он мне сделал такое маленькое напоминание, что и позволило мне измениться по воле Всевышнего. Он мне рассказал о брате, который начал транслировать свой путь в своем телеграм-канале, читая одну суру и как его жизнь начинает меняться. Я взял это себе на заметку, хотя в то время не умел нормально читать Коран, и я постоянно заплетался, мне было сложно. Но когда он мне об этой суре рассказал, то я хотел попробовать, как меняется жизнь. Я хотел прочувствовать это все, и эта сура называется сура Аль-Бакара. Есть определенные аяты, есть определенные дуа на определенную тему. То есть, если ты хочешь вылечиться от там, болезни, есть дуа. Если ты хочешь выйти из долгов, есть определенный дуа. А сура Аль-Бакара – это сура, которая закрывает все потребности и дает баракат на все, на весь твой образ жизни. И я начал тестировать, и знаете, что получилось? Сейчас расскажу.